Здравствуйте, коллеги! В данном видео я расскажу, как зарегистрироваться на площадке Global Lab. Зайдите на главную страницу площадки Global Lab. Перед вами должно появиться такое окно. В правом верхнем углу найдите слово «Присоединиться». Нажмите на это слово. В появившемся окне «Регистрация» введите свои данные. Ваш логин, ваш пароль, адрес вашей электронной почты, той, которой вы пользуетесь. Все поля необходимо отметить. И не забудьте записать ваш логин и пароль на листочке, чтобы их не забыть. После того, как все поля заполнены, нажмите «Зарегистрироваться». Зайдите на свою электронную почту, откройте входящие письма. В разделе «Входящие письма» вам должно прийти вот такое письмо. Откройте это письмо. Перед вами появится письмо следующего содержания. Для подтверждения регистрации на сайте Global Lab перейдите по ссылке, указанной в письме. Если вы все сделали правильно, то по ссылке вы должны перейти вновь на стартовую страницу сайта Global Lab. Последнее, что вам осталось сделать, чтобы начать работу на сайте, это зайти на него. Для этого в верхнем правом углу нажмите на «Вход на сайт». В появившемся окне введите свои данные, ваш логин и пароль, и нажмите на слово «Войти». Теперь вместо входа на сайт должно появиться название вашего логина. Теперь можно приступать к участию в разных проектах площадки. Удачи в освоении сайта Global Lab. Спасибо за внимание.